Среди своих сверстников они показали лучший результат на знание русского языка. В Ненецком краеведческом музее состоялась церемония награждения победителей и призеров самого популярного в стране конкурса среди школьников «Русский медвежонок. Языкознание для всех». Победители и призеры получили дипломы и памятные подарки. Шестиклассница школы номер 4 Юлия Гусева в игре «Русский медвежонок» участвует не в первый раз. Признается, не ожидала, что займет первое место среди своих сверстников. Мне понравилось участвовать в конкурсе, и самым запоминающимся было это само прохождение этого этапа. Вот, я таких результатов не ожидала, я думала, гораздо меньше будет, но до первого дошла. «Русский медвежонок» – самый популярный в стране конкурс школьников по русскому языку. В нем участвуют все желающие, без какого-то предварительного отбора. Все задания выполняются в игровой форме. В округе конкурс проводится уже 15 лет подряд. В этом году «Русский медвежонок» объединил 1112 человек из 12 школ города и округа. Процентов соотношений по всей России и 10 стран мира, которые также принимают в этой игре участие, мы находимся примерно на 2-3 строчке по активности. Поэтому количество действительно хорошее. Это ребята 2-11 классов, и в этом году принимали участие с 12 населенных пунктов нашего округа. В этом году активное участие в конкурсе приняли школы из Красного, Тельвиски, Хангурея, Коткина и Хруты. Среди городских школ самой активной стала школа номер 4. Игра «Русский медвежонок» проходила по всей России и за ее пределами в один день. После того, как задания были выполнены, их передали в региональный оргкомитет, а уже оттуда отправили в Москву, где и подвели итоги конкурса. Сами задания построены интересно, и ребята ежегодно могут отслеживать свой личный результат, потому что ежегодно они получают сертификаты, где указывается количество баллов. Максимальное количество там 100 баллов. В этом году самой юной победительницей стала Алина Дуркина, ученица 2 класса школы номер 2. Также в своих возрастных группах обладателями диплома в первой степени стали Владислав Пашкин, Виктор Агапов, Дмитрий Данилов, Юлия Гусева, Данил Данилов, Юлия Власова, Дарья Лобода, Дмитрий Слиневчук и Екатерина Канева. Кроме дипломов, ребята получили в подарок символ международной игры «Медвежонка». Также награды получили обладатели 2-х и 3-х мест и те, кто был в шаге от победы. Особая благодарность в этот день прозвучала и в адрес педагогов, благодаря которым ребята показывают достойные результаты. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».